Два экскаватора, бульдозера, самосвал переданы в Октябрьский округ. Спецтехника уже приступила к расчистке и спрямлению русла реки Струговка. В данный момент работает 3 единицы техники. Напомним, в крае создаются опорные пункты базирования техники для расчистки русел рек в муниципалитетах. Часть этой работы будет координировать Министерство по делам ГОЭЧС. Для расчистки спрямления и дноуглубления водных объектов на территории региона закуплено 38 экскаваторов, бульдозеров, трейлеров, самосвалов и погрузчиков. Ранее спецтехника была направлена в Спасск-Дальний. Октябрьский округ, как и многие другие, сильно пострадал от прошедших паводков. Это в соответствии с утвержденной дорожной картой, утвержденной губернатором Приморского края, значит, ликвидируем те, скажем так, угрозообразующие факторы в руслах рек, которые привели к тем ущербам в 2023 году во время тайфуна Ханун. Значит, рассчитываем на то, что работы предстоит очень много, и в конечном итоге, наверное, не менее чем до конца марта нам предстоит осуществлять эти мероприятия. Помимо Октябрьского района, в ближайшее время мы будем отсматривать места приложения наших усилий в Уссурийском городском округе и в Красноармейском районе. Итого, сейчас у нас 5 муниципальных образований в планах. Это городской округ Спас-Дальний, Спасский муниципальный округ, Красноармейский, как я уже сказал, район, Уссурийский городской округ и Октябрьский муниципальный округ.